красиво, красиво, красиво. Побудьте в Сан-Сити, в нашем торговом центре хорошем, на Ларсе. Такой вот красотень, красотень. Все, наверное, друзья мои. Вот что я хотел показать. А я стою. Ладно, всем хорошего настроения, продолжение следует. Привет, привет еще раз. Это маленьких блогов вам наспехал, все собрал. Короче, вот тут должен быть театр. Ну его строить. Открывать не хотят пока. Вот. Это памятник Покличкину. Российский, то есть это, который был этим маршалом. Вот такой памятник. Ладненько. Все, всем пока, всем хорошего настроения. Вон там елочка такая красивая. Елочка, елочки, холодно зимой. Елочки, холодно зимой. Что же елочки делать? Не нужно идти домой. Ой. Вот наше метро. Метро Маркса. Так что вот метро Маркса. Дальше. Вот наше метро. Вот. Такие у нас автоматы. Наше метро. И народу тьмуще. Видите? Такая метро Маркса. Здорово. И вот так вот. Телеконов много. А я один. Незаметно. Ну это, короче говоря, как в Москве. Только еще хуже. Ой, не хуже, но лучше. Народу меньше. Сейчас мы сядем на метро. Покажу. Все. Сейчас поезд приедет. Народу, короче, много. Так что сейчас поедем домой. Продолжение будет. Метро пройдет. Станция. Будем ждать. Вот наш поезд.